когда молодежь развлекалась, они ходили на вечеринки в зимнее время и во время свадебных вечеринок тоже. Развлекались вот таким образом. Проводили поцелуйные игры, в частности. Одна из них называется «Монах». Вот. Есть Устяшкина. Устяшкина есть. Да. И она вообще распространена была вот по этому юго-восточному углу нашей области. Ну, молодежь-то не идет. Идет. Выходит за стол. Молодежь, выходите, пожалуйста. Звонцы. Ждем. Слава Печняк. Там молодежь. Друга. Табуретки надо. Молодые люди, вообще, кто есть, у нас девушек много. Мы полукругом. Встань, стой.